Здравствуйте, коллеги! Retail Week на ваших экранах. И рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Алена Мастерова. Я являюсь управляющим по развитию продаж компании Эквио. Мы сегодня здесь в разделе, в модуле «Магазин 4.0». Мы представляем решение, которое помогает нашим клиентам, компаниям, которые с нами работают, выполнять задачи по обучению персонала, мотивации, адаптации, управлению. Ну и, конечно же, мотивации, потому что обучить мало, да, еще что важно, мы помогаем сразу видеть результаты. То есть фактически, что получается, как получается, каких успехов достигают ребята после обучения. И что, наверное, очень важно, это возможность для полевых сотрудников, для тех, у кого нет возможности работать с ноутбуками на рабочих местах, иметь доступ к материалам, к информации, к возможностям своего мобильного телефона. Потому что Эквио – это веб-версия, это мобильное приложение для iOS, для Android, абсолютно полнофункционально, одинаково на всех устройствах. И это дает возможность, еще очень важно, руководителю управлять своей командой. То есть руководитель в любую секунду может на платформе посмотреть результаты своих ребят, какие они делают успехи в обучении, какие у них рейтинги. А еще что интересно, руководитель может наградить, поощрить своего сотрудника, либо наоборот оштрафовать за что-то. Если вдруг он заметил какую-то нехорошую вещь, например, то, соответственно, это все можно делать в одной платформе. Там же все, что нужно под рукой для сотрудника. Каталоги продукции, какие-то описания коллекций, какие-то регламенты, нормативы. То есть все то, что принято в магазине, оно вот все находится в одном месте под рукой. И что важно, можно работать в офлайне. То есть если, например, человек пошел на склад, а на складе нет интернета, а ему вдруг срочно-срочно понадобилось, то приложение позволяет работать с ним и в офлайн режиме. Вот, наверное, так. Мы находимся, опять же, в разделе «Магазин 4.0». Приходите, у нас там яркая плазма, крутятся красивые ролики. Вот, мы обязательно покажем платформу, если что, прям вот вам в мобильном телефоне в эту же минуту, в эту же секунду, в режиме реального времени. Спасибо огромное. Добавить мне абсолютно нечего. Я лишь надеюсь, что наша выставка подарит вам много интересных знакомств и партнеров. Спасибо большое. Уже, кстати, есть. Вот прям с 9 утра уже выставка нам дарит все, что мы хотим. Поэтому спасибо. Значит, наша задача выполняется. Спасибо вам большое.